20 апреля в МАУ «Дом молодежи» прошел очередной этап 5-й районной спартакиады среди учреждений, предприятий и организаций Амурского муниципального района, посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов по шахматам. Участие в соревнованиях приняли 10 команд, которые сыграли по круговой схеме каждый с каждым. Первое место – «Вымпел» – 23 очка. Второе место – Амурская ТЦ-1, 19,5 очков. Третье место – Амурская ЦРБ, 18,5 очков.